друзья, Мачет, Second Referee, Бас Вандер Мейден, Нидерланды. И мы встречаем команды на площадке. Команда России! Номер один! Number one! Александра Моисеева! Number two! Екатерина Сырцева! И встречайте их соперницы. Команда Австрии! Игрок номер один! Number one! Таликова Гранси! Астрал Луис Болден. Ну что ж, дорогие друзья, это 11-й матч на сегодняшний день на первом корте. Большинство матчей сегодня с участием российских команд. И нам с вами еще немного сил поддержать наших девушек. Вперед, вперед! Болельщики, на тревогах есть? Друзья, силы у вас еще есть? Давайте поддержим. Yeah.
Technical time off. I've been more systemic.
Браво, браво, браво! Sunny Girls! Зажигаем дальше и продолжаем поддерживать команду России на первом корте, первом сете. 9-12. Технический тайм-аут завершен. Дорогие друзья, давайте ладошками обозначим. Наши болельщики здесь! Можно голосами громче! Спасибо! Давайте поддерживать наших! Еще! Итак, продолжается этот матч 10-12. Россия, Австралия. Забить, забить! Да! Браво, браво, аплодируем! Катя Сырцева! 14-16! Итак, в первом сете 14-16. Тайм-аут берет команда Австралии 16-14. Я вам, дорогие друзья, сообщаю, что на сегодня, кроме текущей игры, еще два матча предстоит нам увидеть на первом корте. В следующем матче на площадку выйдут команды России Мария Прокопьева, Светлана Попова. Они сыграют с командой Канады. И Евгения Уколова и Екатерина Хомякова сыграют с командой Швейцарии в заключительном матче сегодняшнего дня. Кроме текущей игры, еще два матча. Добро пожаловать! Мы рады видеть наших зрителей на трибунах нашего стадиона. Спасибо, что вы с нами. Добро пожаловать на матчи мирового тура Grand Slam в Москве.
Опа! Не безнадега, приемы забили, и все нормально. Отлично! Дорогие друзья, продолжается борьба 2018. Австралия. Футбол. Игра, в том числе болельщики России, могут на подачу соперника тоже продолжать поддерживать команду России. Вместе еще раз! Продолжается борьба. На подаче Полик Маклэнси, Австралия. Отлично! Браво! Спасти, спасти! Австралия. 22. Теперь же на подаче Луис Болды. Вперед, Россия! Давай, девчонки, давай, давай! Отлично! Yes!
продолжается игра на подаче. Болельщики России вместе! Россия! Заводи, заводи! Да! Браво, 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 Саша! Алле! Мы еще играем! Россия! И на площадке наша. Матч между командами России и Австралии. 0-0 на табло, второй сет. Thank you.
Тайм-аут команды Австралии во втором сете 6-10. Так, дорогие друзья, продолжают женские команды в матче в группах. И на первом корте Австралия, желтые топы на площадке команда. И красные топы команда России на площадке. Мы приветствуем 10-6. Только вперед. В отрыв Россия. Отлично! Катя Сырцева! Пляжный выбыл. Этап мирового тура Grand Slam в Москве. Продолжается сегодняшний день. И на площадке две команды Россия-Австралия. Александр Моисеев на подаче. Россия! Россия!
Россия! Россия! Россия! Россия! Бравушки, бравушки, забить! Отлично! Россия!
Россия! Россия! Россия! Россия! Один один, и у нас с вами третий сет. The coin toss for the deciding set. Russia won the toss and chose to receive. Australia will start on my right hand side and join the game. Итак, наши аплодисменты Sunny Girls, нашим очаровательным девушкам, и, конечно, мы аплодируем нашим девушкам Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Третий сет. На табло 0-0 мы начинаем третью партию. Итак, дорогие друзья, решающий третий сет, он играется до 15 очков. Со смены сторон каждые 5. Начинаем. Подача команды Австралии. You may be.
4, смена сторон. Давайте поможем до конца команде России. Все вместе! Вперед, Россия! Вперед! Команда Австралии подтянулась 7-7. И на подаче Болден. Наш сегодняшний день. Нужно потянуться. Конечно, нужно поддержать команду России в концовке матча в третьем сете. Напомним вам, друзья, еще две игры на сегодняшний день нам предстоит посмотреть. И обе эти игры с участием российских команд. В следующем матче на площадку выйдут Светлана Попова, Мария Прокопьева. Они сыграют с командой из Канады. И еще один матч на сегодня. Уколова Хомякова сыграет с командой Швейцарии. Но пока у нас еще не закончился матч между командами России и Австралии. Александра Моисеева, Екатерина Сырцева. Ваши аплодисменты поддержки. И до последнего с командой болельщики. Дорогие друзья!
друзья, вот же атмосферка создается нашими болельщиками. Отличное, хорошее настроение. И дает результат плюс 2. Команда России, ваши ладошки к музыку. Раз, два, раз. На подачу вместе. Раз, два, три. Мяч в площадке. Не расслабляться, не останавливаться. Россия, Россия! Болельщики! Твои громче аплодировать каждый заработанный очко нашей команды. Раз, два, раз, два, три. А кто-нибудь ответит? Вперед, Россия! А громче? Вперед, Россия! Вперед, Россия! Браво, молодцы! Давай, девчонки, давай, 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 немножко осталось. Забить, забить обязательно! И минимальное преимущество российской команды 10-11. Подача команды Австралии. Бомбин. Все, продолжаем, друзья, мы поддерживаем команду России. Сердце на подаче. Еще громче, еще ваш пса. Ех! Счет, дорогие друзья, 12-12 третьей партии. Австралия! Литва, Квенси. Саня, держи!
И сейчас подача команды Австралии и болельщики наша игра! Давай-давай! Мы с Болдером подачи! Россия! 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 Ну и спокойно! И после танца интрига сохраняется 14-14. Продолжаем победить за команду России! Вперед, Россия! Тяжелая игра, тяжелый матч. Мы поздравляем ваши аплодисменты команде России Екатерина Сырцева, Александра Мансиева. Ура! Спасибо, девчонки, за победу. Мы поздравляем.